Летом 2024-го на телеканале «Россия-1» состоялась премьера сериала «Столыпин». Это картина от режиссера Алексея Адрианова. Сценаристом сериала выступил Тимур Эзагубаев. Главные роли, которым исполнили Александр Устюгов, Александр Яценко, Стасия Милославская, Юрий Насонов, Павел Турбинер, Андрей Ургант, Павел Попов, Борис Камурзин и другие. В биографическом историческом сериале «Столыпин» создатели показали всю величину и мощь фигуры реформатора Петра Аркадьевича Столыпина. «Столыпин» – это исторический сериал, который повествует о жизни и деятельности Петра Столыпина, выдающегося государственного деятеля и реформатора. Сериал охватывает период с начала 20 века до трагической гибели Столыпина в 1911 году. В центре сюжета – борьба Столыпина с оппозицией, экономические и политические реформы, а также личная жизнь. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Столыпин» не назначена. Информация о съемках продолжения пока нет. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.